что, звезды нет? Не надо звезды. Тут повсюду звезды. Да, есть. Советский Союз такой и звезда. Татьяна, куда вы пошли? А я нашел, Таня, как? Что как? Неаккуратно. Все, заебись. Фу. Там куски болтаются. Это не видно. Здесь нормально. Желанка. Большие красивые вот такие. Да подожди ты. Я уж чихаю, боже мой. А игрушек нет у вас? Да, стеклянные игрушки, мы тут любим такие. Чтобы стекла было побольше, чтобы закрывать. Ну, прикольные всякие здесь. У меня такие есть старые. Всяких там елочков, знаете, с звездочки с ткани. Да сюда кепок напихать на елку, на эту, и кроссовки внизу раскидать. Блин. Найки нормальные какие-нибудь, они говно из фестивала. Нормальные какие-нибудь. Татьяна. Ой, только не фотки. Ты на видео снимаешь? Да, скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. С Новым годом. Что еще можно? Майя на Дарт Вейдера похожа. Или как там его правильно? Да, недеструктивный элемент. Вот так вот, если без вот этих косых, вот так украшают длинные, вот так вот вешают. Прикольно смотрится. Надо, это как сопли получается. Бля. Что это за сопля? Ну бери соплю. Да, ну давай уже это по сопля. Кругу, так по кругу. Давай. Мне было в прошлом году было прикольно. Типа разница. Ну так же, да. Телевизор что-то идет. Правда? Угу. Неси меня на улицу. Да пыль. Шесть раз, господи. Как легко. Для некоторых людей, да, это счастье. Это классно. Ты знаешь, если чихнуть 44 или там 60 раз, да? Делать гирлянду. Не желай здоровья. Бля. Ты что-то вот опять облякаешь, потому что... О, Господи, боже мой. Пока, Ксюша. Пока. Дома пока, Ксюша. Блин, я не знаю, где гирлянды. Так а это все? Нет, которые горят, огоньками. А, не надо. Надо. Просто анти-Новый год какой-то. Ну-ка давай за дверь. Да видишь? Потому что видите, сколько проблем из-за этого говна. Я деструктивный элемент, у меня насморк начинается, я чихаю. Оля, надо это все из-за сраной елки. Да, надо все. Вообще по технике безопасности не надо. Дань, молодец, правильно делаешь. Так и надо. Привет. Потому что мне надоело снимать.